Восклицательный знак play. С сабами. Ребят, у меня денег просто немного, но... Давайте так. С ансабами не на пятихат, а с сабами на косарь, а? А если я выиграю? Это будет считаться, что я выиграю? Если ты выиграешь, нет. Почему? Потому что голая гаечка. Я не голая. Так, вот этим типам я уже скинул по одному к. Я буду вам через ВКП кидать бабки, так проще, там нет ограничений. Просто. Давайте три заезда сделаем, они, я думаю, соберутся уже. Так, выбираем карту быстро, сабы. Д, бумеранг, поехали. Какой ВКП? Кусок говна, которым никто не пользуется, а чё? Ой, блядь. А нахуй вы опять гонки выбрали? Нет, скучно, я не хочу это играть, извините. Да блядь. Да не, это хуйня, блядь, а не карта. Саня, у тебя есть сапка? Да. Мне тоже. Она ж по скидке давалась позавчера, по-моему. Я даже помню, сидел такой добрый, кинул 5 сабок. Знаете, что я придумал? Теперь на ГГ можно будет влиять только сапками. Я верну этого босса, и он будет отлетать быстро, чтобы больше сабов было. Все, я если что уже зашла, я нахожусь. И это четыре. Будет не спонтанно, а тогда, когда вы, типа, добьете, блядь, сабами, например. Только сабами. Когда добьете, тогда он сразу не обсуждается, блядь, и называется число и дата, когда он будет. А то он слишком, блядь, раз в месяц куда-то попадает. Чуваки, ну сори, типа. Я говорю, я хочу очень много сабов, не чтобы жировать бабки, а чтобы, блядь, потом выебываться перед всеми, что... СНГ комьюнити! Может... Там мне все равно хуйня, блядь, какая-то прилетает. У меня официальная зарплата, блядь, на Твиче, это где-то, по-моему, 70 тысяч рублей. Вы можете сказать, типа, блядь, как это много, блядь. Да это такая хуйня, ребят, пиздец. Для моего онлайна это такая залупа, просто забить. У зарубежных стримеров обычно в два раза. У зарубежных стримеров, что-то там по мульту, короче, запеха. Те такой, типа, а, да, ну ладно. Киберпанк перенеси на 10 дек. Вижу смысл покупать сапку, чтобы смотреть в повторе прохождения твои. Я еще сам хочу пройти. Так, все, заходим быстренько. А что, уже плей писать? Да. Быстрее, пока слоты не закончились. Написала. У меня слабов, сабов 2000, сейчас народ весь забьет. Сколько? 2000. Ё-моё, было ж 300. Джинчмер, не знаю, спасибо за подписку, короче. Ебать. Или женомер, наверное. Ехуй. Татарин, спасибо. Я бы сказал, ауф, татары, здорово. Почему у меня твой стрим с задержкой? Потому что беременеть. Знаешь, когда, надо да? было, блядь. Блядь, ну ты так тупо пошутил, блядь, чел. Я за тебя взял эту. Итак, правила все те же. Первая катка сабы, вторая ансабы, третья сабы. Все, и завязываем. Если сейчас нахуй лобби в Майнкрафте не соберется, я иду в Инсайленс ебашить, ясно? После чего в 9 или в 9.30 идем ебашить видосы. Все. И не дай бог вот те козлы, которые, блядь, не пришли нахуй на ёбаную, блядь, Майнкрафт. Я их, блядь, увижу на видосах, я их нахуй тряпками ссаными выгоню отсюда, блядь. Понятно, блядь? Я считаю это справедливо. Согласна. Полностью справедливо. И что? Готовы, сабы? Поехали. Полетели, блядь! Кто так нахуй на косарь летит, блядь? Поехали. Блядь, а последнее место бан? Нет. Фух. А то бы я выиграл банк. Саня, блядь. Саню разбанили, бедолагу, блядь. А то он бедный. Розен PC летит. Ой, у меня две музыки. Под Майнкрафт музыку можно сделать, кстати. Вон я себя вижу. Я себя не вижу. Сейчас я вас вижу. Летит. Конор, давай! Ай, нет, Розен, PlayStation летит первый пока что. Пизда я. Вон я. Разбан вайп 7. Разбани себе. Нет, Розен. Сложная карта, кстати. Не-не-не, он, возможно, не пройдет. Он об стенки пиздится очень много. Он не может пройти пока что. Хотя вроде бы летит. Кто там? Тимультяч, спасибо большое. Разбанище летит первое. О-о-о, полетели, пацаны. Ну, бывает. Я умерла? Царство небесное. Кто первый? Несанат. Гансер летит первый, ну-ка.
Дядька, давай, тебе нужно очень сложно. Эта карта очень сложно проходится, но вроде проходит. Ебать, кто-то вообще не ударился. Соник, ТМ, крошка, летят первые. Дальше нужно попасть вот сюда и желательно не удариться. Ай-яй-яй, крошка, как закрутил, блядь. Соник считерил, ёб твою мать. Я бы не хотел. Нет, Тинвейву бан, Тинвейву бан, Тинвейву бан. За что? Бан Тинвейву, Тинвейву бан. Это читы какие-то, блядь. Тинвейву бан. Блядь, сука ебаная, кажись, приедет. Сука ебаная, козёл. Я, блядь, вчера так рассчитывал, что он бан получит. Ну, сука, 1000 рублей ему отдавать надо. Да но... как так он победил? Но он выиграл, все, типа, остальные да? Он там не успели. Кто последний, ради интереса хочу посмотреть. Там, скорее всего, я где-то получил. Диффузор, блядь, застрял, ёб твою мать. Диффузор застрял. Никита катается вон, и кто-то еще катается. Классно, пацаны, вы катаетесь тут, отдыхайте, чил. Ебучий ты Тинвейв, блядь. Да он смайл БТВ уебанский добавляет, не давай ему деньги. С иглы, Соник. Давай тебе отдадим, ты все равно второй. Некрасиво. Блядь. Поздравляем Тинвейва с победой. Тинвейв, кидай свой ВК. Каким бы ты ублюдком не был. Где ты там? Тинвейв, ой, блядь, кто ж его забанил? Поздравляю с победой, брат, ты выиграл. Итак, Соник ТМ, пиши свой ВК. Ладно, блядь. Лучший, блядь. А, это реально? Шутка была, он же сейчас там, наверное, трусы оподливил, блядь. Все, разбанил. У пацана заворот, перекрут яичек чуть не случился, блядь. А прикинь, он реально сейчас не скинет, потому что скинулся. Да у меня есть кто. Кто тебя разбанит? В смысле, тебе похуй? Скажи мне, кто этот модер, который тебя разбанивает, и этого модера здесь не будет. Давай, кто? А не скажу. Блять, ну ты хитрый ублюдок, конечно. Сейчас. Да я сам узнаю, кто тебя разбанивает, погоди. Ты зря это вкинул, конечно же. Ой, бля. Так, смотрим. А кто же может разбанить нашего тим. Таймва. Банов 3. Угу, такс. Ага, понял. Это либо Даруман, либо это Тюфяк. Кто из этих двух школьников тебя разбанивает? Ну точно не. Не Тюфяк, не может быть он настолько, блядь. Они по рофлу сидят, банят меня. Да ты что, блядь? По рофлу, блядь, расскажешь. Это не они, говорит. Ладно, не, хорошо, ну, смотрим тайм-ауты, тайм-ауты. Смотри, вот тут по рофлу реально так. Сколько тайм-аутов? Да он, блядь, по рофлу его мумбот хуярит, он говорит, модеры его банят. Совсем еблан, что ли? Типа, говорит, есть кто разбанит. Так мумбот не разбанивает, дядь, ты чё? Он скрешился с муботом, получает. Он говорит, да по рофлу меня отстраняют, блядь. Может, он думал, ладно, давай свой ВК, давай без рофлов, я тебе запишу в блокнотик. Но пока что карандашом, что ты натурал. Какой уже, кидай еще раз. А, вон, вижу, кинул, все. Вопросов нет. Надеюсь, это ВК. Я тебе ВК ПМ отправлю. Так, ну что, следующее для ансабов. Поехали, пацаны. 500 рублей для вас специально, чтобы, потому что надо сабку покупать, чтобы быть миллионером. Поехали, давай. Открываем чат. Выпускайте кракенов. Ой-ой-ой. Ой, блин. Леник, спасибо за подписку. Я успел вроде. Нет, надо сейчас голосовать. Алло, ребят. Ну и ансабы, ну тупые, блядь. Надо голосовать сейчас. Сейчас карту вы выбираете. Вот Т и от 1 до 60. Вот. Ну пусть будет 2. Все равно люди пишут плей. Вот вы вообще слышите, что я говорю, нет? Ну, это шансабы, чувак. Они еще зачем-то буст пишут, когда уже игра идет. А там буст работает? Нет. Вот там работает командный восклицательный знак, я долбоеб, типа. Тогда да, узкая. Ну, это точно. Причем сабы так не делают, так только ансабы. Ой, блядь, ну вы опять хуйню. Ладно, вы сами выбрали ансабы. Я как бы ничего не говорил. Итак, 1000 слотов, быстрей. Больше поставить не могу, только 1000 шариков сможет залететь. Восклицательный знак play. 500 рублей. С вас требуется только ВК. vk.com/, то, что после слэша нужно в чат кинуть. Поняли? То есть, блять, объясню специально, потому что есть глупые люди. Вот это мне не надо. Вас забанят, если вы тут напишете. Вот это вот так ссылку киньте, вас забанят. Мне вот, скиньте вот так. Это будет ваш айдишник, а я уже сам допишу потом. И напишу по нему.
Поняли, да? Ну давай самый невезучий получит от меня 200. Итак, ровно косарь. Ребята, пиздец, посмотрите, как сверкают трибуны. Сколько людей, блядь, сидят здесь. Ну-ка, поехали, чё? Кто еще подписался? Деколов, спасибо. Тренджер Черри. Криник, спасибо. Я вам... Придумайте еще что-нибудь. Я вам потом еще для сабов что-нибудь придумаю. Надо это... Но бабки разыгрывать самое такое оптимальное, мне блять, кажется. Блять, ебать нас много. Ради интереса, чего первое место? Поехали! Поехали, Бля, ебать лаги, нахуй. Буст. Какой буст? Не работает. Кто? Итак, первое место. Богдан отлетел, Тентасьон, долбоёб, Саша Лок, Кюрин, Денис, чмо, блядь, ёб твою мать, вот это у вас ники, алло. Флиппин, Криптози. Ребята, надо фолунца обязательно, кто в заезде участвует, иначе не отдам деньги, вот, проверю. Николас. Я должен быть топ-1 твича по фолловерам, это важно. Неважно, не могу быть по зрителям, зато буду топ-1 по фолловерам, ясно? Ладно. Такс. Чтоб стримы не пропускали. Каждый день стримлю, ёбаный в рот, ребят. Единственное, что в субботу, наверное, не смогу постримить, потому что с Мазеловым пойду долбоёба одного 10. Ковальский! Первый круг, почти доехал, давай. Пойдет второй. Там дальше вообще каша какая-то ебаная, не знаю, не вижу ничего. Ковальский, доложите обстановку. Как дела на первом месте? Уже хуёво. Феликс Легионер. Оузи Нейм. Ой, блядь. Ковальский сейчас подливил трусы, блядь. Тут видите, тут все зависит от того, как вы траекторию выбираете. Но это полный рандом, ребята, полный рандом. Никаких бустов, никаких я долбоёб на самом деле не работаю, кто не понял. Чай не плюс, Крао, Феликс. Я не понимаю, кто, блядь, первый. Это последний круг, ребята, нужно поднажать. Такие заезды пиздатые, смотри. Ебать, ты говоришь, буст не работает, а он чел ускорился. Походу, буст... Это пиздёж. Что? Три раза... Ребята, не последний круг, я напиздел. Это другая карта. Та была просто круглая, это бананчиком. Итак, если вы увидите свой ник, значит, вы запечатлены в истории. Дегоник, спасибо большое за подписку, дорогой. Кто хочет на один месяц сабнуться, проверяйте автоподписку. Потом мамка узнает, что карты, блядь, деньги списалось. А вон, смотри, я в жопе, блядь, самый. Чай не плюс, давай! Я верю в тебя. На эти 500 рублей купишь сабочку. На кого-нибудь другого. Вот это будет, конечно, кидалово полный. Спасибо, братишки, наконец-то куплю сабку на Эвилона, блядь. На бустер. Все, приехал первый, приехал первый. Я тебя поздравляю, братан. Нужно тебе сейчас как-то в ВК скинуть свой. Да я не ебу, как ты это сделаешь? Последний у нас кто летит, такой неудачник? The Forgotten Fallen. Ну, понятно. Реально забытый чел. Забытое падение. Ёб твою мать. Креативный ник и длинный, самое главное. Владельцы длинных ников, у них обычно писюн короткий, ребят, чтобы вы знали. Братишкин Алтич топ. Как можно получить разбан? Да, ну получил. Чай не плюс, что-то написал. Не, нихуя не куплю, ебать. Манчо 113. Манчо, это точно твой АВК? Напиши, пока регает тебя. Манчо 113. Ебать, хорошо. Бля, есть такой чел вообще? Ну-ка, проверить. Джоин, ты, по-моему, обещал самому последнему невезучему деньги, да, скинуть? Да. Так вот, ищи теперь Forgotten Fallen и давай мы 200 рублей. Напиши мне. Все, окей, я тебя записал, если что. Итак, для сабов заезд. Снова. Ебать, меня без денег оставляют, конечно. Хотя, вот с ансабами играешь на бабки, и зрители прибавляются. Круто. Напомню, что 9, либо 9:30 идем смотреть вебмен, те, что вы кидаете в ВК. Мой паблик. Розыгрыш, если что, в Инстаграме на 2 VR продолжается. Вау. С Моникой Янг Оупт, спасибо большое. Кроунлесс. Спасибо за подписку вам, ребят. Сабхайп, блядь. С левел 2 паровоза. Я его, кстати, чуть усложнил, потому что он слишком, блядь, быстро заполнялся. Давайте так, сейчас будет акция. Ансаб, который приедет первым. Но это в следующей катке, потому что сейчас заезд для сабов. Следующий заезд для ансабов. Первый, кто приедет, получает випку.
Для ансабов. Сабы не получают випку, я вчера разыгрываю ее. Вот надо каждый день на стрим приходить. Блин. С иглы? Да. С иглы. Hard landing. Ну, давайте. Значит, Саня, тебе сколько тут? Закрыть чат. У меня 100 тысяч. Закрыть. У меня 104. Что 104? Тугриков. Сколько накрутило, блядь. Ну, тебя хорошего стрима, Вовочка. Спасибо, Зогер. Шайни, спасибо за подписку. Меньше, чем 3. С Моника, отсоси у слоника. Жордан Кул, спасибо. Плей. Сливка, спасибо, братик. Итак, карта слив унитаза. Ой, моя любимая. Успел. Гайка, скажи, пожалуйста, можно ли использованные тампоны или прокладки смывать в туалете? Тампон, например, смывать можно? Я не знаю, смотря какой туалет. Ну, я не знаю. Ты смываешь или выбрасываешь? Да можно. Не важно. Я надоедает, походу. Ну да. Ебать, рассмешил ребенка, блядь. Вот успех какой. Блядь, пожалуйста, выиграй нахуй. Ты хули там орешь, блядь, так? Итак, 5, 4, 3, 2, 1. Сливка. Set traps, clone with crown. Ёб твою мать, клоун с короной. Ебать, у тебя ник, конечно, балдёжный. Спасибо это большое. Ничего. Добро. Это, кстати, новички, между прочим, у нас. Заткнись, сам заткнись. Гайке пришлось смех изменить, чтобы не скулить, блядь. Теперь. Ну, приятнее намного с иглы. Я не могу по-разному смеяться. Да-да-да. Когда совсем смешно, начинаешь скулить. Ну, ебать, да. Прикинь, за Forgotten Fallen это девочка с четвертым размером сисек, ебать. Сейчас чё? Я денег скину. Все, все готовы. А ну-ка, слышь, дай посмотреть. Да. Все готовы, Владимир. Уф. А ну-ка, скинь, дай посмотреть. Сейчас. Алло. Ты можешь секрет кинуть? Скинь фотку, секрет. Да-да-да. Сейчас скину. Опа. Вообще всем похуй. А вот что? Да что? Да. Я говорю, все готовы, я всем поставил. Да. Все, сейчас тогда дайте доиграю, у меня тут толчок смывается. Обстоят вопрос. Бер, ты пойдешь в Майнкрафт? У меня заезд вот конечно, этот пойду. Для сабов, сейчас потом для ансабов и все, идем в Майн. Ты Сань, иди. Скину? Саня, долбоеб, ты где здесь? Почему у тебя, как у тебя? Блядь, Джоин, а почему ты Артема Каримова скинул и говоришь, девочка с четвертым размером груди, ты что, совсем долбоеб? Наебалово, блядь, какое-то. Пиздец, говорит, тёлка с четвертым размером груди, блядь. Да, блядь, могли и подыграть у ёбкина. А, найс, ты, блядь. О! Аксорти летит, смотрите. Сырная, блядь. Давай, сырная тарелка за 1500. Полетел вперед, брат. Бир, ты знаешь, как, чё? Да, я в курсе. А-а-а, улетел, блядь! Ой, обидно. Еще один. Ребят, надо вперед проезжать. Ай, блядь. Ломака толстый, сразу, понятно, упал. А я там блядь, пиздец, слышишь, тут все улетают вообще. Тут, походу... Еще Штернберг улетел. Кто самый медленный у нас? Старичельчик едет, смотрите, блядь. 1000 рублей отрабатывать летит. А что, там еще деньги дают за победу? Да, косарь. Я, блядь. Блядь, я умер. Мог быть. Нет, старичела, я не хочу, ты и так вип ебаный. Пошел нахуй, дай людям поиграть. Пожалуйста! Гузлик! Блядь, я второй. Гузлик! Не, походу выиграл, блядь, старичела. Хотя, не дай бог, пожалуйста. Нет, ну, блядь. О, как? На бог, да не надо старичела, у него и так вип, как твипы, ну, типа, випы уже победили. Да нет, ну, как бы, блядь, ребят, надо бы... Старичела, может, уступишь Гузлику, ладно? Ай. Не, он скажет, нет. Ну ладно. СБС, что слушал мой перестанный. О! Гузлику! Ты реально добрый человек, который дарит победу Гузлику, правильно? Да, он просто так по фану хуй. Бля, респектос, пацаны, респект ему, блядь. Красавчик. Это плюс реп. Так, Гузлик, хорошо, тогда ты занимаешь первое место. Давай, сейчас задохнемся. Встречал, на самом деле, он шейх, блядь, типа, ему эти 1000 рублей, блядь. Так, Гузлик, ты где, брат? Вась, ты чё поломал? Вася, блядь. Не ломайте ничего. Она... А почему вы два голубых, блядь, скина? Она же все равно 8. Так, понял. Бир, сейчас поменяю. Я Гузлика пытаюсь найти, что-то найти не могу. А кто сломал карту, нахуй? Я падаю. Василий, быстро.
Василий Быстров. Короче, чините карту, блядь. Так, это, кто сломал карту, козел? Вася. Старый я не вижу. Зеленый есть, парни? Зеленый там есть? Да. Он что, потерялся? Нет. Где тут, блядь, еще? А он, может, написал, кстати, я хуй знает. Кто? Где еще что сломали, на? Ты, блядь, правильно, точно? Кто поломал еще? А, во, поставили. Все, понял. Ловлю. Это уже не я ломал. Я Вась, ну вот тебе так дали, блядь, это, ты все поломал. Зачем, блядь, там теперь карту перезапускать? Да что, я стекло случайно разбил. Карту переделывать. Погоди, так 2020 или 2004? Я что-то не понял, блядь. Ты определись. А. Да. 2004 года рождения. Так, ты у нас что у нас? Это у нас САП. Правильно я понимаю? Значит, я сейчас подпишу, погодите. 1К. Нет, подписчик. 1К. Вот тут, по-моему, у нас 500 Rebel. 500 R. Тут у нас 1К. У тебя что, Тинвей выиграл, блядь? Да. Так, теперь заезд среди ансабов в випку. Охуел, блядь. Поехали. Откройте чат. Выбираем карту сейчас. И випку даю. Ребята, а випка пожизненно. Вип. Випка пожизненно освобождает вас от ответственности платить дань стримеру, понимаете? Вы можете писать в сабчате что угодно и когда угодно. Ну, ничего, но не... Вип что это чуть хуже модератора. А я могу участвовать? Да участвуйте все, кому не впадло. Я написала. Так, если выиграет вип, тогда его анвип. А что ты написал это, еще карту? Типа... Да, блядь. Плюс на плюс пишут, дает, я блядь. Тоже пишу. Так, ну я, в принципе, вот так сделаю. Просто рейс пишите. Любую карту поставлю. Кто это? Хей, Маршал, спасибо. Лиден, спасибо. Хайдер, спасибо. Ворсфул. Зузая. Бомж. Стрим фром Лендли. Мисарина, на что ты пишешь, плюс. Кавказец, ебать, 900. Пизди, спасибо, пизди, чуваки. На модераторов. Ебать, а где карта вообще? Ребят, а. Миша Силажик всем вам приветики передает. Здорово тоже. Привет, так, Миша. Я успею заджойниться, нет? Где мой этот? А ты где, Вов, вообще? Я где-то в кучке вот здесь людей. Пиздец, ребята. Какой-то не тот. Дерьмовый? Да, у тебя девочка рыжая. Так, тут без бабок, тут випку даю. Нет, не девочка рыжая. У меня это... Это лучше, чем давай, бабки. У меня коричневый. А у меня девочка рыжая. Так, все, тишина в зале. Попробуй перезайти. Тишина в зале. Тишина в зале, говорю, блядь. Тишина в зале, говорю, блядь. У меня заезд. Малейший пиздеж может отвлечь победителя. Поехали. Полетел, полетели, полетели. Но сейчас это долго будет тут кататься, пока по кругу. Бля, ебаный лаги. Малина моя, Кассандра. Моя дикая Кассандра, ты чё, блядь? Малина гепарда! Блядь, все песни миксанул, а, мыша, пацан Александра. Филипп Моррис, давай. Филипп Моррис, ребята, компания сигаретная едет, первое место. Это Морик. Филипп Моррис, не-не-не, всё правильно я прочитал. Вообще ты дал ему. А зачем они буст пишут? Да и не работает буст, ребят, успокойтесь. Если бы работал, вы бы тут за карту поулетали, вон, как Рататуй, блядь. Бедный крыса улетела, блядь. О, мисс Арина, вон, упала. Рататуй упал, слышите, с башки. Но Филипп Моррис пока что первое место. Кстати, эту карту мы вообще никогда не играли. Бля, уебался. Интересно, я тут есть вообще? Погодите, мне, блядь, ну, сишки отлетели. Вот это мошпит. О, кажется, там я есть. Фарк летит первый. Пока что. А, или нет? Ой, только не фрут... А, нет, это перепутал с губами. Фрутоняни на перманент едет, если первый. Да я путаю, блядь. Я думаю, никто в чате вообще не против будет фрутоняни залепить пан. Это кто? Да это дурак какой-то, блядь. NPC из чата, да ладно, блядь. Это на самом деле шутка, блядь. Но чел вроде нормальный, но какой-то, блядь. Это просто мем уже издеваться над ним, понимаешь? Мне кажется, Фрутоняне там лет 14 на самом деле. Он какую-то хуйню высирает, не смешную, типа, и все над ним издеваются. Ну ладно. Короче, терпила чатовая, вот. У нас стримовая терпила, это Дрейк был когда-то. Охуел ты.
Ты, блядь, дослушай, когда я говорю, блядь, потом выебывайся. Зря бы канул. Откат, блядь. Он там доехал уже. О, алло, а как это, блядь? 1-1-1-1. Хуй его знает, блядь. Сема ЖР. Короче, если не будешь пользоваться своей випкой, отберу. Он в чате вообще, блядь. Да, поздравляю. У нас новый вип, ребят. Кто ты, блядь? Ну, ансабов никто не знает. Не, он не в чате, Вов. Он не в чате. В смысле, а где он? Ну, его линкануть даже нельзя. Блядь, а где он? Блядь. Он написал плей, съебался. Да. Прикольный. Да. Козёл ты, блядь! Ну, второму месту. И пошли Майнкрафт уже, у нас миллион. Его нет? Ребят, его реально нет? В чате он все говорит. А, во, сейчас написал, да. Ладно, я еще дам випку, потому что мне нравится ник «Малиновая березка». Не знаю, очень клевый ник, поэтому... Ежо, на... сука! Халява тебе, блядь. У меня Бир теперь Стив. Чё Стив-то? Ты Стив. А, у меня чатовое Бир... терпило был Максонов. Нихуя я себе. Коричневый. Чё терпило-то? Цвет жопы. Так, вот это все я сохраняю. Нет, сейчас я себе скину. Да. То есть получается Тинвейв 1К, Мачо Ансап 500 рублей и мороженка 1К. Все правильно. Вроде записал. Сейчас в телегу селинкану, чтобы не забыть потом. А я у тебя один такой, Вась? Да. Пиздец. Да кто зевает, блядь? Никто. Не, там это, свинья хрюкает, блядь. Кабан хрюкает, блядь. Я захожу. Так, ну чё? А жо, а что значит, блядь, session restart your game, блядь, in the launcher, блядь? Ничего. Жо, просто зайди на сервер. Инвалид session, чё за хуйня? Перезайди в игру. Вот у тебя, слышишь этот? Да, у тебя слетел этот. Мне кажется, это там это связано немного с никнеймом. Кстати, возможно. Коза, блядь! 50 рублей я покрала, тварь! Эрочебур, я говорю. Эрочебур, всё. Реально! Я сидела на стриме, пришла. Блять, она реально пришла и спиздила. Вов, не надо было говорить. Пиздец.